Вот, друзья, коротко о том, что бывает, когда приезжаешь домой и начинаешь разбирать вещи. У меня здесь стирка, уже второй заход. Сейчас выглядит все вот так. Это просто кошмар. Я надеюсь, за сегодня я все разгребу и сделаю. Пожелайте мне удачи. Я особо не снимаю ничего на видео, потому что это все очень долго, долгий процесс. А уборочка будет, конечно же, потом, когда я разберу всю эту страсть. Вот такой урожай собрали. Смотрите, сколько ежевики у нас здесь. Крупная, сладкая. Вообще обалденная. Смотрите, какие ягодки. Смотрите, какой размер. Класс, да? И клубника. Супер. Во всем этом хаосе из Василька покажу вам, что еще я заказала, потому что, ну, я, получается, те костюмы показывала вам в этом, в Краснодаре. А в этот раз я еще заказала, смотрите, себе вот такие вот трусы, ну, это стринги. Я тут набрала разных вот расцветки. У них, кстати, очень хорошего качества трусы. Мне очень нравятся в Васильке. Они бюджетные, нормальные, размеры все соответствуют. В общем, набрала себе любимый. И вот такой вот костюмчик. Вставлю вам фотографию, либо, не знаю, отрывок. Как смотрится, кстати, на камере какой-то, знаете, вишневый. На самом деле он такой сиреневый. Вот шортики и вот такая вот маечка. Думаю, это костюмов никогда не бывает много. Ходить дома. Сейчас вот как раз пока еще тепло, летние денечки. Вот, буду ходить в этом костюмчике. Мне очень понравился шортики. Они такие, знаете, не очень короткие, с кармашками. Можно и телефон положить. В общем, я люблю, когда одежда с карманами домашняя. Кстати, это 44 размер. Вот, также заказала себе вот такие вот полотенчики. Это лен. Девчонки, полотенца вообще супер. Они классно стираются, они не садятся, они не закатываются. Они очень хорошо впитывают воду. Я вообще просто балдею от полотенец из Василька. Вот, и заказываю постоянно, потому что это, можно сказать, на кухне расходный материал. Вот, и хочется всегда, чтобы полотенчики выглядели новенькими, аккуратненькими. Ну, как бы кухня, лицо хозяйки, да? Я взяла вот тут вот несколько штучек, все одинаковые, не стала, знаете, брать какие-то разноцветные. И вот такой вот огромный у меня такой заказ, это для Валеры. Это носки, это хлопок носки. Они идут как медицинские, и качество очень хорошее, очень хорошее этих носочков. А здесь вот такие укороченные бамбук. Также в разной расцветке взяла, то есть и рисунок здесь разный, если присмотреться, да, то очень-очень даже выглядят стильно носочки. Ну, не знаю, как насчет укороченных, будет ли он их носить. Я взяла на пробу. Если ему не понравится, может, тогда папе там подарю. Может быть, Валериному папе, не знаю. В общем, он у меня тоже как бы на любитель такие. Но я думала, что на лето, как раз вот сейчас, пока тепло, укороченные носить. Ну, там под кроссовки, да, обычно как-то надевают. А это уже такие обычные классические носки, завышенные, ну, на осень. Осень, зима, вот так вот. Вот, в принципе, все. Это вот был такой у меня дозаказ. Мне костюмчик этот понравился, вообще классный. Пишут, хлопок стопроцентный. Ну, действительно, ткань очень приятная. Сейчас померяю. Давайте вам покажу, что мы купили, ну, типа как для сувенира домой. Это вот такой магнитик Крым. И в Крыму мы купили мыло. Ну, так, знаете, чисто символические подарки маме. Мыло, кусочек ручной работы и папе. Это у нас из Феодосии. Так, Иви я взяла, смотрите, крымские специи разные. Они вообще здесь разные. Есть номер 6. Потом номер 2. Так, вот такие вот специи. Номер 7, номер 5. Ну, то есть, как бы Юля это не Юля, если едет откуда-нибудь без специй, да? Много готовлю, поэтому сейчас я вам вот так вот раскрою все.
выдвину и покажу. Смотрите, какой тут интересный набор. Здесь у нас крымская соль для харчо, для шурпы, для лагмана. Или лагмана, как правильно. Так, и для плова. Так, это у нас номер 6. Сейчас другие открою, вам тоже покажу. Ну, смотрите, везде у нас крымская соль. Это у нас номер 5. Рыба на огне, курица гриль, барбекю, шашлык для плова, для шашлыка, для супов, для мяса, для фарша, для гуляша, для голубцов, для жаркого. То есть вообще здесь огромный, да, перечень трав, всяких пряностей. Вообще супер. У меня тут стирка на балконе. Валера уже косит траву. Не успели приехать, уже принялись за работу и домашние дела. Сейчас вторая партия у меня достирается. Буду, наверное, вешать туда на веревку, потому что здесь у меня уже места нет. Так, я тут уже приступила к своим домашним обязанностям. Готовлю сейчас ужин. А у нас, если честно, в холодильнике нет ничего. У нас есть только картошка и наши овощи с огорода. Так что я сейчас буду выходить из положения, запекать картошку. Кстати, вот такой вот крымской солью сегодня пользуюсь. Там такие внутри специи вкусные, пахнут вообще супер чесноком, травами. И плюс содержится еще соль, поэтому дополнительно солить не буду. Вот такой вот у меня сегодня гигант обнаружился в огороде. Я, конечно, вообще в шоке. Он перерос, его, наверное, не заметила мама и не сорвала его. Поэтому он вот такой. Вообще огурцов мало в этом сезоне. Очень плохо они росли из-за того, что ночи холодные. Ну, будем есть и довольствоваться тем, что выросло. Та-дам! Коротко о том, что лежит в нашем холодильнике. Лаваш, который я везла из Краснодара. Мне он очень понравился. У нас такого здесь нет. Он очень вкусный, и у него технология, наверное, приготовления. Тесто совсем другое. Сосиски в дорогу покупали. Здесь барабулька. Кстати, барабульку все хвалят. Я ее никогда не ела. Мы купили ее папе. Папа очень просил барабульку. Это ему к пиву. Все, здесь ежевика. Чуть-чуть активии. Ну и, собственно, кусок сыра. Такие дела. Вот так вот у меня немножко тут уже стало все выглядеть. Ну, все равно беспорядок. Сейчас буду это все разбирать, убирать. И в коридоре еще у меня. Кстати, везли арбуз и дыню из Краснодара. У нас таких нету. Мне кажется, они там вкуснее. И вот персики. Кстати, хочу сделать персиковый торт. Я надеюсь, мы с вами его приготовим. Сейчас я немножко отойду от дороги, от всего. Вот. Так, пойдемте в огород. Это вообще что за цветы? Это георгины. Какие они ужасные. Я больше их сажать не буду. Мне они не понравились. Вот так вот выглядят у меня помидоры. Сегодняшний день. Валяются на земле. Надо уже собирать. Будем потихоньку есть помидоры. Так, укрывной весь порвался, видите? Ох-ох-ох, ладно, сейчас я вам покажу. Так, у меня, кстати, лук вон там под навесом. Родители выкопали лук. И уже его обрезали и посушили. Так, пахнет прямо отсюда перцами. О, перцы тоже, смотрите. Желтые, красные. Валяются. Сейчас раскроем, посмотрим, что там. Так, перцы вот такие, смотрите, девочки. Вот такого размера перчик. Вот такой перчик. Красный, краснеет. Здесь вот такой перец. Перец хороший. Перец огромный, хороший. Ну, этот вот, который пораньше, это мамин рассада, а мой еще пока зеленый. Но он все равно будет скоро тоже краснеть. Становиться оранжевым, так что насчет перца вообще сказка. Сейчас тоже я один сорву, и мы его, наверное, в салатик. Даже вот этот мне больше понравился. Так что так вот. Смотрите, друзья, какой у меня вырос базилик, пока меня не было. У меня здесь два вида. Один фиолетовый, вот такой ароматный.
а другой с ароматом лимона. Я сейчас подумала, что это сорняк. Взяла и выдрала, представляете, с корнями. Ой, ну колхозница. В общем, пахнет безумно лимоном. Вот потрешь листик, да, и аромат как будто здесь лимон. Я думаю, что его для десертов, наверное, используют, для каких-то смузи. Или, ну, делают что-то из него, да, такое сладенькое. А этот уже используют для салатиков. Так что вот этот сейчас нарву листики в салат. И пойду уже кормиться. И себя кормить, и моих кормить. Все голодные. Красавец мой. Доброе утро, друзья. Новый день у нас. Он встречает нас уже петух с вами, своим кукуреку. Вон он. Привет. Вот, у меня сегодня снова глобальная стирка. Это у меня вчера было, наверное, 3 или 4 стирки. А те вещи не высохли, еще пока досыхают. Вот еще сухое все. Будем перебирать с вами, что-то, ну, складывать, а что-то гладить. И здесь у меня целый вот такой мешок еще с постельным бельем, которое я привезла. Сегодня буду еще постельное белье стирать. В общем, стирки мне хватает. Это вообще, мне кажется, самая глобальная стирка за всю мою жизнь. Сегодня еще придут к нам ребятишки. Они будут нам штукатурить гараж внутри. Вот, потому что внутри у нас не штукатурено. И нам привести надо в порядок гараж. Вот, поэтому еще Валера пошел разбирать гараж. Сегодня у меня еще задача помыть голову, потому что я сейчас прохожу курс укрепления волос никотиновой кислотой. Купила специально такие ампулы. Ну, я в Инстаграме, по-моему, показывала еще, когда в Краснодаре была. Вот, и я вот каждые 3 дня наношу вот эту саму кислоту и тем самым пытаюсь полечить свои волосы. Вот. Пока, в общем, хвостик завязала, буду в таком виде еще убираться, дела делать. Вот, и сейчас буду заряжать стирку. Друзья, конечно, очень соскучились по дому. Накопилось очень много дел. В первую очередь, по приезду я всегда перестирываю все вещи. Также мы брали с собой комплекты постельного белья, так как снимали жилье, подушки. И сегодня я все вынесла на солнце. Одеяло, подушки нужно прожарить. Ну, а, соответственно, белье постирать. Стираю обычно при 60 градусах порошком от компании Faberlic. Ну, чисто так, знаете, освежить белье. Конечно же, сушу белье на улице, особенно в летнее время, да и в зимнее я тоже люблю сушить белье на улице, так как оно, первое, высыхает быстрее, и второе, приобретает очень приятный аромат. Аромат именно свежего белья мне так нравится. Далее отправляюсь перебирать все постиранные, уже высушенные вещи. Все раскладываю по местам. Полотенца, как правило, я не глажу. Я их просто складываю. Ну и сортирую белье. То, которое нужно погладить, и то, которое не нужно гладить. Очень часто мне девчонки писали в Инстаграме, пока мы были на отдыхе, что соскучились по домашним влогам. Все, девочки, я начинаю
как говорится, вклиниваться в рабочую струю, переходить на рабочий лад. Постараюсь чаще вас радовать домашними видео. Также, конечно, будут рецепты. Сейчас немного отойду от всего этого, от акклиматизации, от дороги и начну чаще выпускать ролики. В общем, девочки, все, я погладила, разложила. Сейчас, ну, буду вот это все убирать по местам. Не стала полностью весь процесс снимать, потому что это тогда мне никакой камеры заряда не хватит, чтобы переснять всю глажку. Представляете, да, сколько вещей. Вот это все тоже сейчас буду раскладывать. И сейчас иду готовить есть для рабочих, которые штукатурят гараж. Решила сделать все просто. Здесь у меня фарш куриный и котлетки будут. И также отварю макароны. Еще у меня есть картошка по-деревенски. Ну, это на любителей, если кто захочет. И еще сделаю салатик. Ну, собственно, все. Так, вышла на ревизию на улицу. Сейчас буду уже снимать это постельное белье. Буду снимать подушки, одеяло. Вот, сейчас я вам покажу, что там ребятишки сделали в гараже. Они закончили уже все, полдня, и домой поехали. Это пока еще мокрая стена. Они плиточным клеем штукатурили. Та стена уже вся высохла. Но сегодня тепло, нормально. Так что внутри тоже более-менее преобразились стены. Друзья, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Скоро с вами увидимся. До новых встреч. Пока.